Не знаю, как сейчас, но когда я была подростком, практически каждая девушка, которая вела половую жизнь в период с 16 до 18 лет, один раз в году во время школьного медосмотра вела себя приблизительно вот так. Маша из 11 класса говорила, что они все знают. Они все могут посмотреть. Зеркалами своими заглядывают. Маме расскажут. Маме расскажут по-любому. Я не пойду на медосмотр. И я бы хотела, чтобы меня в тот период кто-то, ну вот так, типа, самую малость успокоил. Мы уже определили, что плева, она не рвется, она видоизменяется. А еще мы определили, что у каждой девушки она выглядит по-разному. Поэтому невозможно отличить, как она выглядела до секса и как она начинает выглядеть после секса, если у тебя не было, знаете, так, документального подтверждения вот до, а вот после, как там делают с причесочками, например. А если учесть, что девственность — это еще и более такая философская штука, больше моральное понятие, так проверки гинекологом, девственница девушка или нет, это просто пшш.